начиная переработку мусора еще до момента его выбрасывания. За дело принимается всенародно заслуженный художник по вторсырью, можно сказать, мусорский наших дней, Андрей Александрович Бахметьев, его фамилия. Не путать со всеми другими фамилиями и именами, отчествами. Андрей Александрович, прошу вас. Вот такие так называемые плавающие свечки сейчас используются в огромных количествах. Смотрите, свечка, если ее разобрать, она разбирается достаточно легко, состоит из трех частей. Это вот такого футлярчика, это вот держателя фитилька, вот он, воска или парафина, и самого фитилька. Вот такая вот несложная конструкция. После того... Позвольте спросить, это разбирается или она все-таки выгорает дотла, она а выгорает потом дотла. Уже вступает в переработку? Она выгорает дотла, да, то есть она выполняет свою функцию. Сгорела на работе. Да. Еще одна сгорела на работе. И в результате у нас остаются две детали, которые сгореть не могут. Так. Это тот самый держатель фитилька и вот этот корпус. Алюминиевый. Да. Цвет мед. Смотрите. Вот этот вот держатель, его можно использовать как шайбу для маленьких гвоздиков. Смотрите, вот маленький гвоздик сюда мы... Чтобы шляпка не пробивала, да. Например, что-то мягкое, да? Да, что-то мягкое и придерживал. А вот эту часть мы сейчас будем использовать, и будем ее использовать при помощи вот Дмитрия Грачева из Москвы. Вот что предлагает Дмитрий. Он предлагает взять вот эту вот, этот стаканчик, взять ножницы... И затем сделать вот такие надрезы. Один. И точно по... с другой стороны второй. Вот. Затем берем и вот таким вот образом аккуратно... Разверзаем. И сгибаем. Вот у нас получаются две такие половинки. И не ломается. Не ломается. Вот. Теперь мы берем и можем сюда вставить... Уменьшенного Дмитрия Грачева. Такая конструкция, предлагаемая Дмитрием, она работает только для маленьких бумажек. Да? А вот если мы захотим укрепить вот такую вот, то у нас это все, к сожалению, завалится. Или даже вот так вот. Стойкости нет. Сейчас мы проведем эксперимент с вами. Вот так вот. Видите, стойкости нету никакой. Нет. Завалится. Тогда мы сейчас возьмем и сделаем несколько таких держателей. Вот смотрите, давайте попытаемся сейчас на трех уже укрепить этот листочек. Вот он, одна часть, вторая и третья. Смотрим. Все равно заваливается. Да. Смотрите. Для того, чтобы не заваливалось, листочек нужно вот так вот изогнуть. Вот он изогнутый и уже стоит. Но конструкция по-прежнему неустойчива. Вот я сейчас хочу укрепить это таким каркасом из... Это направляющая от дворника, она уже имеет такой технологический изгиб. Вот смотрите, получается вот такая вот у нас штука. Вот она, интересно, сейчас здесь закрепится. Фотография, это искусство же, это настоящее искусство фотографии, это же шедевр. И кто это сделал? Кто это сделал? Андрей Александрович, вы это сделали? Стоит. Это Андрей Александрович сфотографировал. Фотоаппарат смена М не продается. Но все равно самое важное объявление должно быть. Оп, это снимаем, как шашлык. Вот оно. Мораль. Зачем покупать, а потом выбрасывать, когда можно сначала не выбрасывать, а потом и не покупать? Пока все дома, все дома.